отпустить прошлое, и теперь безуспешно пристает к людям в современных и удобных магазинах. Последний челнок. Вот он, эталонный. Нормальная точка. День добрый. Добрый день. Мужчины, товар интересует? Смотря как. Черепашки-ниндзя есть? Эротика интересует? Нет. В смысле? Сколько тебе лет? 21. Должна интересовать. Чешская? С переводом, с переводом. Полный дубляж. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мужина, мужина, джинсы не интересуют? Я, мне кажется, ваш фасон. Матери в подарок брал. Я женские романсы и джинсы не ношу. Чего, романсы женские? Я романс, женские романсы и джинсы не ношу. Вы не носите женские романсы? Джинсы. И не боюсь женские романсы. Есть таблеточка кремлевская? Ваш случай, мне кажется. Нет. Женщина-красавица, на секундочку. Халатик интересует? Подержите, пожалуйста, секундочку. Халатик женский интересует? Нет. У меня у самого дома такой. Шелк чистый. Да не надо. Нет? Нет. Чебурек в подарок. Он уже у вас. Оп, молодежь. Стоп. Мафон интересует? Звучание, звучание кристальное. Смотри, нажимаем сюда, оп, нажимаем сюда, оп. Ничего не видел ты такого. Так, секунду, подожди, работал уже. О, любимую кассету загрузил, играет просто музыка. А такое ты видел здесь? Смотри, оп. Подожди, 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 как тебя зовут? Ну, Андрей. Стой, мужчин, подальше. Человек, ты деловой, подожди секунду, секунду, две минуты. Человек, ты деловой, я вижу, занятой, цену себе знаешь. Какой на дворе век? 21-й, важно быть на связи. Пейджер, четырехстрочный. Сейчас кооператоры даже такие, таких нету, чтобы через них что-то передавать. Ты походи, подумай, хорошо? Тут прогноз погоды присылают. Раз в день. Если какой-то товар интересует, да? Сейчас все быстро сделаем. Точечка здесь недалеко, там все новое. Садимся на электричку, 2 часа едем. Так, сейчас, ну-ка пошел. Чебурек мой захотел. Эй, да куда вы? Весь чебурек съели, а? Кто ничего не берет? Так, люди с товарами. Магнит. Вот кто у меня всех увел. Ах так, да? Мы еще посмотрим, магнит. 90-е еще вернутся, я еще вернусь.